До 2022 года в Анапе и Анапском районе будут построены 14 объектов. Задача избирателей – выбрать самый главный, второстепенный. Человек может выбрать один объект, может выбрать 5 объектов, может проставить очередность тех 14 объектов. Я вот как городской житель, например, хочу, чтобы первые объекты были построены в городе. Конечно, это нужно, что люди сами решают, где, когда, в какой очередности будет построен тот или иной объект. В первую очередь микрорайон 12-й, очень густонаселенный, который, ну, просто необходимо, чтобы там очень много детей. Но из предложенных я считаю, что сельские округа, конечно, нужно. Все большое начинается с малых дел. У нас в 12-м микрорайоне есть сквер «Строитель». В центре микрорайона он находится. То есть благодаря жителям, с которыми мы предварительно делали опрос, мы решили, что сквер «Строитель» нужно обязательно произвести реконструкцию. То есть полностью реконструкцию этого всего сквера. Я посмотрела, сегодня очень хорошо люди идут, голосуют. Молодежи очень много, старики. Все поддерживают. Сейчас посмотрели новый проект строительства площадки детской. И очень одобряем это, потому что, проходя раньше, мы смотрели, что это запущенный пустырь, был никому не нужен. А сейчас мы смотрим, что все это сдвинулось с места, и все это будет для наших детей и внуков.